под 30 лет, понял? Мы занимаемся такой херней. Тебе же 12. Мне 12. Короче, друзья, это видео начинается очень неожиданно. Мы снимаем вайн для Паши, который прямо сейчас тут стоит. И повернись, пожалуйста. Что ты можешь сказать по поводу твоего костюма? И как ты докатился вообще до такого? Я в нем как пидор, мне кажется. Ну ничего. Спайдермен, на которого ты заслужил. Спайдермен, на которого ты заслужил. За твои дизлайки, сука. Ты как гомосек, чувак. Так мы в метро так и пойдем. А вообще, как вы считаете, мы мощные или нет? Ну типа хуйня. Мы мощно выглядим вообще? Ну типа да. Пойдет, да, типа? Мощно. Все нормально, ты что скажешь? Я одобряю. Одобряешь? Одобряю, да. Ты красава. Yeah. Давай опять. Подписывайтесь на опыт. Давай опять. Опа. Крупно возьмешь, как я ее снимаю, понял? Ага. Возьмешь крупно вот так где-то, как я ее снимаю, и следующий кадр, где я уже в костюме прямо так стою, и пускаю вот эту паутину. Окей. Ребят, как вам нравятся такие кадры на видео? А если тебя сбросить? Вот это и собаку подставишь, понял? И собаку. Или какую-то птеродактиль. Ладно, ребят, это все, короче, фигня. Этот вайн вы сможете увидеть у Паши на канале, в Инстаграме. И прямо сейчас я отправляюсь на тренировку ног, потому что пора тренироваться. Пора набирать! Короче, телепортируемся. Короче, друзья, еще 3 дня назад мне должны были быть по плану 4 на 4, 140 килограмм в приседе. Но когда я пришел на тренировку, мой низ спины очень сильно болел после той становой, которую я делал в классике на максимум 183 килограмма. Поэтому в прошлый раз я просто решил поделать присед на квадрицепс без задействования спины. То есть с высоким расположением грифа это вот эти приседы, где моя спина совсем не задействовалась. Но сегодня я вроде бы довольно-таки неплохо восстановил свой низ спины. Поэтому сейчас закидываемся новой порцией претрена и будем приседать 4 на 4, 140 килограмм. И да, ребят, чуть не забыл, как всегда, перед тренировками у меня 2 таблетки метана. Это уже классика перед приседом, поэтому сейчас тоже закидываемся метаном. Много быстрых углеводов и начинаем приседать. Так, ребят, суперфутболка, новая футболка, которую меня подогнал университет. Я же типа пауэрлифтер, выступаю за университет, поэтому сейчас примерим. Нормально. Буду в ней тренить теперь постоянно. И да, ребят, в последнее время самый популярный вопрос в комментариях это почему ты носишь кепку постоянно? И у меня есть очень жесткий ответ для вас. Мне это просто нравится. Не, ребят, на самом деле есть 2 причины, почему я ношу кепку и ношу ее только на тренировке. Это первая причина в том, что когда я тренируюсь тяжело, мой пот очень сильно и обильно стекает по моему лицу. И когда он попадает в глаза, мне становится очень больно, я ничего не вижу. И как пример, когда я был на соревнованиях по пауэрлифтингу, там нельзя было одевать кепку. Я уже собирался уйти домой, но мне отговорили. Короче, я был, выступал без кепки, и все время пот тек по моему лбу и попадал в глаза, и было очень больно, я помню, на жиме лежа. Я совсем ничего не видел, я просто ржал с закрытыми глазами, потому что глаза очень сильно болели из-за чертового пота. Ну и вторая причина, я просто лысый. Лысый из астероидов. Да. Но это не точно. Дело в том, что когда я садился вниз, в нижней точке у меня полностью пропадал слух. Я совсем не слышал музыки. В глазах какие-то штуки мелькали, но в принципе я чувствовал себя нормально. И когда я вставал вверх уже со штангой, я снова чувствовал музыку. Когда я садился, снова музыка пропадала. Впервые такое в жизни. Если честно, пошло нелегко, но еще 3 таких подхода. Поэтому продолжаем. В
все же, ребят, чертовы 180 килограмм. Вы даже, наверное, не представляете, как я хочу сделать этот вес при подготовке на чемпионат мира. И уже на чемпионате мира тоже показать этот результат. Я думаю, у меня все получится, потому что сейчас у меня такие тренировки немножко на отдых. Я восстанавливаю свою нервную систему. Тренирую сейчас где-то через день, либо же даже иногда 2 дня отдыхаю. Но вот снова буквально через 10-15 дней, и снова тяжелый цикл тренировочный, я буду тренироваться практически каждый день. Буду также спать днем, как и летом, потому что летом у меня очень много было дневного сна. Из-за этого я мог тренироваться каждый день и намного быстрее восстанавливаться. What you think is gonna happen? Think you really gonna go and make a future out of rapping? Yeah, and I did it with a passion. Like all the loves in my life, 100, no distractions. Made a racket in the game, ballin' with no backspin. You can call me Bronson, I'm ready for action. Killing rappers twice, eating ghosts like I'm Pac-Man. My career's a joke, why am I the one laughing? Cause maybe it didn't get it. Skinny motherfucker, but I know they all see me flexing. Do the math, lil' homie, yeah, do the math. Screw the odds, we're exactly where we should be at. Do the math, yeah, do the math. We're doing better than we ever have. Add the highs, subtract the lows. We finally on, so on we go. Add the highs, subtract the lows. We finally on, so on we go. Cause the team been making moves like U-Hauls. Вот такой вот красивый город у нас. И Селюк, который приехал покорять Киев. Возвращайся домой. Но ничего не добился и решил, вот сейчас я его провожаю на маршрутке, он уедет домой обратно. Потому что, видите, видосы не заходят. Ничего не получается. Да что ты морозишься от нас, уходишь? Да, ну скажи, что ты уезжаешь обратно? Я не смог накачаться. Картошку копать опять? Картошку выкопал уже я. Уже? Да. Молодец. В длинных носках ходишь? Да. Так ты же с села. Так это же можно. Мамка что сказала? Как придурок. В гетрах что, футболист? Скажи, ты же в гетрах, как придурок. Да пошло оно все. Easy as that, but if you really into the facts. AB plus ST plus RA plus CT. No matter how you do the math, the world know that that's me.